Добрый день. Новая посылка за $5. 3 в 1. Как говорится, 3 посылки в 1. В посылку входит за $5. Что у нас входит? Ну, грубо говоря, за 6. Такие вот пробки, которые одеваются на бутылки. У них есть блокирование и разблокирование. Потом новая мышка, пришедшая. И такой вот формат наушников. Вот кабеля идут, и вот наушники. Вот. Есть магнит в этих наушниках, вот видите, как видите, магнит у них. Для соединения. Честно говоря, магнит у них очень слабый. Начинаем с наушников. Наушники имеют Bluetooth соединение. По характеристикам продавца, продавец гарантирует, что, грубо говоря, 18 часов они должны работать стабильно без перезаряда, от одного заряда. Разъем microUSB, как вы видите. Где-то входит кабель и наушники. Проверял, звук хороший. Динамик хороший, микрофон хороший. Пробовал делать звонки, пробовал слушать музыку. Мне они понравились поначалу. Надеюсь, как говорится, долго будут прошли вот эти наушники. Затем идут такие вот пробки. В комплект пробки входит. Ну, мне, к сожалению, они пришли 2 пробки. Вот одна. И вот вторая. Сейчас вам покажу. В комплект ничего не будет. Только пробки и все. И там затычек и еще что-то. Это вся упаковка. Они подходят очень хорошо. Проверял их на протекаемость воды. Воду они не пропускают. Пробовал его вставлять на бутылку вина и еще на бутылку воды. Воду не пропускает. Это я уже проверял. Потом третья посылка идет у нас мышка. Вот как вы видите характеристики. Ну, типа все на китайском. К сожалению, я раньше времени открыл для того, чтобы протестить, проверить мышку. Вот эта мышка, мне она не понравилась. По форме она хороша. Такая вот мышка идет. В чем она мне не понравилась? Потому что у нее нет самого главного разъема для зарядки. И у нее только 2 соединения. И это вообще не комфорт. Батарейки вставляются. Сюда идут 2 мизинчиковые батарейки. Вообще неудобно, честно говоря. Потом вот этот вот разъем, что за разъем, непонятно. Китайцы что-то подзабыли тут. Ладно. Вот эта мышка мне не понравилась. Потому что если, как вы видели в предыдущих видео, у меня мышки, вот сейчас покажу, как в предыдущих видео. Вот, видите. Вроде как по форме все идеально, все хорошо. Вот эти две заряжаются от кабеля, а это должна вставляться батарейка постоянно. Видите, у этого есть гнездо, у этого нет гнезда для зарядки. И, говоря, вот эта мышка не подходит для работы. Мне она не понравилась. Ролики все работают, все работает. Ставьте лайки, подписывайтесь, надеюсь, видео вам понравилось. Буду вам еще подробнее высылать посылки из Китая, кому будет интересно. Удачного просмотра!
Не забываем про лайк.